Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сегодня у нас понедельник, 16 уже ноября. С чем вас всех поздравляю. Сейчас во Владивостоке 5 градусов тепла. Еще у нас очень хорошая погода, потому что если смотрите прогноз погоды, то уже во многих городах, районах снег выпал. Поэтому смотрите, у нас еще вот такая красота. Вот видите, как солнышко у нас ярко светит. Сейчас раннее утро. Давайте вместе посмотрим, как город Владивосток вас встречает этим утром. Так, сейчас посмотрим, пробки есть, нет? Благодарю своих новых подписчиков, кто присоединился к каналу. Я вас приветствую. Всего вам самого-самого наилучшего. Так, кто из Владивостока, просыпайтесь. А кто из других регионов, где наоборот только ко сну собираетесь, спокойной вам ночи, тоже всего самого хорошего. Так вот начинается утро во Владивостоке. Давайте вместе с вами посмотрим. Ну, сегодня родился Александр Малинин, певец-композитор, 16 ноября, ну, в 1958 году. Такая вот дата у него рождения. А в 1874 году, тоже 16 ноября, родился адмирал Александр Колчак. Может, это не все знали. Вот тоже в эту дату у него день рождения. Так, и сегодня именины у Павла, Сергея, Василия, Александра, Николая, Иосифа. Так что всех поздравляю с вашими именинами. Так, посмотрите, мчимся. Без пробок, очень хорошо. Это понедельник утро, обычно пробки. Ну, посмотрим, что там дальше. Так, ну вот сейчас середина ноября. Еще остался месяц и чуть-чуть. И будем с вами встречать Новый год. Уже Владивосток начинает готовиться к этому празднику. Уже, кстати, во многих магазинах повыставляли. И игрушки уже продают елочные. Всякие уже украшения к Новому году. Вот. И здесь во Владивостоке 3 миллиона рублей выделили, чтобы украсить и установить елку. Здесь главную новогоднюю елку. Она, как всегда, у нас будет на центральной площади. Я вам это покажу. Будем вместе наблюдать и как устанавливать, и потом как, какая она будет у нас, как всегда, красивая. Вот, так что смотрите видео, присоединяйтесь. Будем смотреть, как Владивосток готовится и к зиме, и к Новому году. Да, уже вот в Новосибирске, в Челябинске, в Норильске, на Сахалине, в Тюмени. Здесь вот у нас Приморский край, Лесозаводск, Спас Дальний. Там в этих районах уже был снег. В Хабаровске тоже был. Но у нас еще во Владивостоке не было ни одной снежинки. Вот вы знаете, что мы на одной широте находимся с городом Сочи. Ну, погода здесь никак у них. Там у них зимой минус 2 бывает, там минус 4 и все. А у нас здесь, я уже говорила, кто смотрит видео, бывает и повыше температура. Может быть и 18, минус 18, минус 20, 25. Вот и редко, но тоже было, даже до 35 доходило. Вот, а в самом Приморском крае, там у них такая вот температура. Это туда подальше от Владивостока, 4-5 часов если ехать, то там у них вот 30,
морозы, это у них нормально с утра. Так что вот так вот. Вот, смотрите, мчимся. Та сторона, как всегда, которая в центр пробочки начинаются. Это мы едем быстро. Так, схема движения автобусных маршрутов в городе Владивостоке. Вот кому надо, номер 5 и номер 79, она изменится. По-моему, там до конца декабря будет такое изменение. Вот если все всех устроит, то так и оставят в силе. Так что смотрите, кто на этом там транспорте едет, там все изменилось. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Как всегда, жду ваши лайки. Делитесь видео, пишите комментарии. Там колокольчик есть тоже. Смотрите, где этот колокольчик. Жмите на него, и он будет всегда оповещать о моих новых видео, которые я выставляю. Стараюсь почти каждый день выставлять. Так что смотрите, не пропускайте. То пропустите все самое интересное. Все меняется, новости разные у нас. Вот все это я снимаю, показываю. Так, можете наблюдать. Когда уже украсят там эту центральную нашу набережную, я обязательно там все поснимаю, вам покажу. Так, ну вот смотрите. Все уже ходят в шапках, курточках. Уже поодевались. Ну, хотя сегодня вот плюсовая температура, я говорю, где-то сейчас вот плюс 5. Но... все равно по ощущениям прохладно, уже хочется одеться. Так, скоро сниму, обещала подписчику Вилкова, специально надо туда мне поехать снять эту улицу и дом, который заказали. Так что смотрите, вам большое, большая вам благодарность. Все время мне пишет этот подписчик комментарии, цветочки посылает. Сергей зовут, по-моему, так. Вот большой привет. И обязательно вашу улицу сниму. Ну, мне надо немножко времени туда подготовиться, съездить, и я покажу, что у вас там сейчас. Я так понимаю, вы уже давно уехали. Интересно, кстати, откуда вы, напишите в комментариях, вы там пишите, откуда вы, где вы сейчас находитесь. Нам интересна вся география, кто, где и откуда. Ну вот, смотрите, как Владивосток начинает утро. Я и вечерние видео делала, и все снимала, и смотровую, и видовую, и фуникулер, можете смотреть. Много-много уже видео есть из города Владивостока. Дальневосточный федеральный университет сняла. Ездила на Штыковские пруды. Тоже можете посмотреть, там очень интересное видео. Там их достопримечательности. Озеро Ханка. Так что смотрите. Мне очень приятно, что подписываются те, кто здесь раньше жил, во Владивостоке, в Приморском крае, и уехали. Вот, ну, видимо, соскучились, ностальгия там у вас. Вот, поэтому смотрите, стараюсь, снимаю. Все. Кому еще что показать, где кто жил, не стесняйтесь, спрашивайте. Вот, ну, и по мере возможности я буду ехать к этим вашим домам, снимать, что вы хотите увидеть. Это меня не затруднит, но единственное, я вам уже говорила, что я работаю, и мне надо специально время находить, чтобы проделать этот путь. Так. Вот, смотрите, мы подъехали к светофору, сейчас постоим как раз, посмотрите, что здесь вокруг. Пишите, что вы хотели бы, может, в самом Владивостоке, кроме домов и ваших адресов, еще увидеть. Так что я ваши желания буду исполнять. Скоро Новый год, вот, и вам это как подарки будет. Буду показывать то, что вы хотите.
Так что пишите. Посмотрите, какой здесь транспорт, какие автомобили. Мало зеленой листвы, почти ее нет. Вот все уже здесь топало. Берегите свое здоровье, здоровье ваших близких. Сейчас это самое главное и актуальное, как никогда. Этот перчаточно-масочный режим продолжается. И будем уже этот год провожать с удовольствием, потому что, конечно, очень много всего произошло. Много людей заболели. Ну, будем надеяться, что все скоро нормализуется и будет все хорошо. Так что не будем думать о плохом. Так, ставьте ваши лайки, пальчик вверх нажимайте, чтобы наш канал развивался и его увидели много-много людей. Вот здесь Федеральная налоговая служба, кстати. Это вот туда едем, район автовокзала, справа Кирова. Посмотрим сейчас. Тут тоже многие уехали, пишут, и здесь, в этом районе. Поэтому смотрите, вот тоже ваши дома поснимаю. Ну, вообще интересно наблюдать, что здесь вокруг. Так вот, Кирова 8 справа проехали. Смотрите. Вот в масках ходят, соблюдают режим. Дистанцию тоже ходят, соблюдают. Сейчас вот кто собирается, может, на мероприятие, то нельзя собираться. Ну, у нас здесь во Владивостоке больше, чем 20 человек на корпоративах, на каких-то праздниках. Вот, ну, больше, чем 20 не может находиться в одном помещении. Ну, вот такие правила. Так. Смотрите, 43-й, 23-й здесь автобусы. У них по-прежнему цена 28 рублей у нас. Трамвая 20 рублей. Здесь ходит один маршрут трамвая. У нас другое уже поубирали. Ходил и в центр, но там сейчас не ходит трамвай. Так. Так, вот. 95-й 46-50, 92-й 45-50, 48-50 дизель. Такая у нас цена на топливо. А какие у вас цены, напишите. Тоже мне все интересно. Так, здесь вот Енисейская уже улица. Вот проехали Енисейская 8. Смотрите, может, кто-то узнает свою улицу и дом. Енисейская 10. 8-10, вот здесь дома проехали. Смотрите. Вот 81-й здесь автобус тоже ходит. Такие маршруты. Надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, так начинается раннее утро в городе Владивостоке. Всего самого наилучшего!